Добрый день, друзья! Сегодня у нас небольшой обзор стиральной машины Samsung, как полупрофессиональная стиральная машина. Ну, пригодится как и для домашнего использования, для большой семьи, и какие-то мини-отели, или просто отели и так далее. Какие-то заведения, которые нуждаются в таких мощных аппаратах. Значит, что собой представляет машинка? Машинка, ну, во-первых, габаритная. 90 сантиметров высота, не ошибаюсь, по-моему, 65, я померяю точно, по ширине. Очень большое окно, вот, ну, скажем так, маленький ребенок мог бы туда залезть. Вот, что интересно, пришла в таком состоянии, в принципе, обычно они приходят такие подуставшие, потому что работает очень много. Вот, но тут состояние, вот сами посмотрите. Практически не знаю, где она была, где она стояла, но состояние супер. Вот. Лак блестит, нету нигде, то есть она не подкрашена, ничего нету нигде таких, скажем, замшелостей, потертостей, окислений. Вот смотрите на завес, практически в идеальном состоянии. Вот. Чем интересна машина? Машинка у нас стирально-сушильная. С большой загрузкой. Мы ее запускаем. Есть стирка Air Wash, то есть с поддувом воздуха. Ну и есть горячая сушка. Режимов очень много, не буду вам всех перечислять. Их можно, скажем так, попробовать. Ну вот, наберем режим сушения отдельно. Вот, есть стандартный режим сушки. Есть экстра сухое. Есть под утюжок до просывания, и есть деликатное, то есть, и есть часовое выставление сушки по, скажем, по минутам. Машинка сама определяет загрузку, ну, на сушке нет, а на стирке сама определяет загрузку по нагрузке на мотор и уже выставляет программку, которую она считает оптимальной для стирки. Ну, очень удобная, хорошая модель. Честно говоря, я пытался себе ее поставить в ванну, очень понравилось жене, но габарит, конечно, не устроил. Вот. Ну, так что, так, мотор у нас тут стоит, инвертор, прямой привод, барабан большой карбурановый, разборный. То есть обслуживание машинки очень удобное. Вот такой вот аппарат. Ну, пошла горячая сушка, запустилась турбина, если слышно. Потихоньку шумит. И периодически запускается у нас выкачной насос. Вот такой у нас интересный сегодня кореец. Все, всего вам доброго. Заходите к нам. Удачных покупок. С вами был Вадим Коваль, интернет-магазин Домтехника. Пока!